Заключенного в США съели заживо в тюрьме насекомые. Друзья, я решила сделать еще одну рубрику и назвать ее в честь кричащей глупости Вайкули. Америка в шоколаде. Нервных уведите от экранов. Перенесемся в тюрьму города Атланта, где 35-летнего Томпсона обнаружили в камере мертвым. Томпсон был съеден заживо насекомыми и постельными клопами. Согласно тюремным записям, камера была настолько грязной, что вошедший в нее работник был одет в защитный костюм, предназначенный для защиты от опасных материалов. Вскрытие не смогло определить причину его смерти, но в отчете описывалось чрезвычайно сильное заражение мелкими насекомыми по всему телу Томпсона. Кто там нам рассказывал, что в тюрьмах США жизнь лучше, чем у нас на свободе? Лашон Томпсон с вами не согласился бы, если бы еще мог. Похоже, что денег на правильное кино в Голливуде выделяется больше, чем на обеспечение достойного уровня жизни собственных граждан. Оно и понятно, кино снять дешевле. А еще же нужно тратить тонны денег, чтобы вести войны по всему миру.